shit, kid. Fuck now, cause the knuckles to this bitch. Go. And if you rockin' powder like a double winning bitch, and it break a bad like the gold medal to this bitch. Oh. Привет всем, привет всем! С вами Лига Мьюзик Варс. Сегодня у нас очередное веселое действие. Ребят, наконец-то я добрался до ваших подарочков. В общем, что у нас? У нас машинка, у нас Дракулишка и у нас Фрэнки. Итого у нас получается сразу сейчас... Спало сердце! Так, у нас получается Дракулишки у меня 16-й. Фрэнки у нас 13-й. И вот эта штучка 8-я. Плюс у меня 300 тут звездочек у меня валяется. В общем, вот столько подарочков я насобирал, все, что напокупал. То есть, по истечении получается теперь до конца декабря вторую партию я открывать так не буду. В основном здесь находятся бесплатки, ребят. Внизу сейчас, вот сейчас, да, вы начали. Видите, здесь, ребята, все ники. То есть, соответственно, те люди, кто дарили мне подарки. То есть, они сейчас будут идти по мере того, пока я веселюсь. В общем, типа так. Давайте начинаем с самых веселых у нас. Так, ничего, снова ничего. Как всегда, ничего. Ничего. Опять ничего, и вообще ничего, и как будто ничего. В общем, я не считаю это за прибыль. То есть, вот так подарок открыл, там 31. Нифига себе, 31. Нет, 31 это неправильно. Это нехорошо, это неинтересно. А вот когда вот... Да, смешно, что ли, ребят? А чё, где гроб на колесах? С ума сошли, что ли? Чё так... 170 звезд. С 20 подарков 170 звезд. Это прям достижение. Так, 150, ринг один. Так, 160. Ребят, где гроб? Или он рассчитан, что бесплаток вообще не падает? Я тут за звезды, а люди дарили. Я не понял. И что, люди зазря дарили, что ли? Что-то я так не понимаю прямо. Прям щедрость, 140. Ни одного гроба. Ребят, это представьте, вот давайте просто на минуту, то есть 20-30 подарков, за 40 подарков, ребят, открылся один гроб третьего. Жадность, короче, наших разработчиков прям зашкаливает. Конечно, спасибо за звезды. Если учесть, что, это куплены за бесплатки, это вообще все бесплатные. За исключением тех, которые ребят дарили, правда. Я их не покупаю. То есть я, во временные, как вы понимаете, я вообще не вкладываюсь. Поэтому такая своеобразная. То есть, хотя звезд выпало оттуда уже солидненько. Что штука звезд я поднял только на одних вот этих вот подарках. Хотя тут еще Грэмми навыпадали. Кому нужны эти Грэмми, да? Не будет, да? Не буду я гроб качать, я честно скажу вам. Он, конечно, хороший там и на 90 дней, там что-то, типа такого. Но если он не падает, как не падает? Вообще не падает. Какой от него эффект и толк? Ладно, давай дальше и поехали. Дракула, конфетки, генетика. Че, это из-за того, что я сильно возмущался, что ли? Ребята, товарищи разработчики, верните, пожалуйста, дроп. Я прям очень хочу, чтобы что-нибудь было издали похожее на нормальный дроп. Вообще ничего нету. 100% на заставке поставлю бомжа, с табличкой. Вообще убрали дроп с этого. Ни одного давай. Звезды-то падают вообще-то так. Да ну нафиг. Ни того, ни другого, ребята, вообще ни одного. Итого 40 подарков, по 300 получается, да? 20 тысяч. Псу под хвост,
Ни одного. Реально, что ли, ни одного не выпадет? Никого? Вообще ни одного. Вообще не выпал 40 ни разу. Ба, это вообще... Это... Пиздец какой-то. Зато Фрэнки выпал 14-й. Да ладно, блин, я и Дракулу хотел покачать так-то. Можно было бы с 40-то хотя бы одного выбросить. Фрэнки 15-й. Не, ну 16-го, конечно, не видать. Это однозначно как сивый корень мерен. Не, ну блин, меня вообще поражает. 2400 звезд. Еще звезды. Короче, падают звезды. Больше ничего в этих подарках нет. Вообще просто ничего нет. О, просто жесть вообще. Короче, ну и... Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Подумаем. И давайте подведем небольшие итоги. В итоге, короче, куча конфет. Вон туда прям ушел. 18 вон Грэмми всяких. Всякие сладости. Тут еще бои. В общем, нету, короче, нифига. Дракула не выпал. Ни разу вообще не выпал. Ни эликсир, ни Дракула не выпал. Фрэнки выпал 2 раза. Ну, и, соответственно, на 15 уровне он сейчас зависнет. Ну, то есть, соответственно, выше я его тоже не качну. Это вообще, ну как так можно-то? Ну, просто жесть, короче. Это просто прям... Все, короче, у меня ни эмоций, ничего уже нету. Я уже даже материться и ругаться прям вообще не хочу. Что-то, короче, случилось с персонажем, то ли чё ли, не знаю, не понимаю. Хотя бы раньше на подарках везло. На всем остальном, да пофиг, что не выпадает, пофиг, что ключей нету и так далее. Ну, блин, ну на этом-то всегда везло. Ну, тут, если только вообще не скрутили, вообще в полную ноль. Ладно, простите меня, дорогие зрители, не буду я материться. Я сейчас выключу запись и как, проматерюсь. Ладно, всем, ребят, счастливо, спасибо всем, кто смотрел. Ну, дроп, короче, фуфло, полное фуфло. Счастливо. Да.